за капитальный ремонт платили? Мы когда заселились сюда, вот я живу со дня основания, ну, хорошо, сейчас платили, платите. Сейчас нет. Вот так теперь оренбуржцы могут решить свои проблемы в сфере ЖКХ. Скорая коммунальная помощь теперь может мобильно реагировать на заявки, поступающие от горожан, и выезжать в разные концы города. Если раньше оренбуржцы не знали, куда идти или просто ленились, то теперь специалисты сами выезжают на места, чтобы решать проблемы горожан. Правда, даже такая инициатива пришлась по душе не всем. Народ собрали сюда на семи ветрах. Они сидят в машине. Они индивидуально, что ли, принимают? Ну, пусть они выйдут к нам, мы вопрос зададим. Я один вопрос задам, это другой вопрос подхватит. Так же, да? Вот тогда у нас получится разговор. Возле машины приемной во дворе на улице Чкалова собралось не так много народу. И те минут через пять после приезда разошлись. То ли напугал холод, то ли камеры, на которые не все готовы озвучить свои вопросы. Но остались лишь те, кто всерьез пришел решать насущные вопросы. У меня единственный вопрос. Почему ЖЭО максимум через год не меняют все это начальство? Потому что они наглеют до предела. Сколько уже вот мы живем в этом доме, я не знаю, один раз, помню, крышу делали и все. А ремонт подъездов вообще не делался. Если мы денежку не сдадим, все. Рубль 9 копеек закупают. Рубль 69 там с половиной копейки за то, что доставляют электроэнергию потребителям, 3,70 тариф был в 2009 году. Мы платили рубль 24, но не 3,70. Да, думаю, Госдуму написать. Есть у меня через наших депутатов оренбургских запрос в Госдуму сделает. А вот житель дома номер 43 пришел сегодня не столько жаловаться на власти и жилищных управленцев, сколько призвать окружающих защищать природу. Живет в доме уже больше 20 лет и деревья возле дома сажал сам. Говорит, к палисаднику не подпускает даже дворников, за всем ухаживает сам. А совсем недавно стал свидетелем печальной картины в своем дворе. Я получил от нашего Южного округа подтверждение, то, что гражданин делает. Меня не принимает даже приемное нашего мэра города. И, наконец, я ему сказал, я говорю, погибает на глазах единственный сад. А знаете почему? Люди пожаловались, у них не был доступ мусорного этого бака. Вместо того они снег почистят. Взяли и яблони срезали. Сейчас график работы мобильной приемной составляется. В скором времени появится и номер, на который можно будет оставить заявку. А пока что по всем вопросам обращайтесь по номерам 30 40 40 и 205. Алена Блеч, Кирилл Конторщиков, телеканал ЮТВ.